Оп! Рокет Бой всегда спешит на помощь. Рокет Бой никогда не оставит кого-то сдохнуть просто так. Итак, всем привет, с вами я, Куку, который я упал с 15-го этажа. Сегодня я буду нырять. Рокет Бой всегда спешит на помощь. Не понял. Ну, короче, я сегодня возьму такие вот чайные пакетики и буду ими засыпать море. И куда мне мой пакетик полетел? Ой, чё-то я себе немножко сломал. Вот, все равно давайте вам эти чайные пакетики. Чё я загружаю тихо в воду. Думаю, мало вода уйдет. Ой, чё-то, а я не могу встать. Рокет Бой всегда спешит на помощь. Ой-ой-ой. Вот, всё, вроде самое нормально. Камеру на меня, ё-моё, а то какой-то у меня оператор большая медленный. Слышь, сейчас тебе когда? Рокет Бой всегда спешит на помощь. Так. Ну все, туби пизда. Не надо, дядя. О, мне повезло. Так хватит лечиться. Ты. Абобус. Весь измазанный. Все. Эй, тихо, тихо. Все, продолжаем. Уложиваем чайные пакетики. Ай, реклама. Люблю рекламу. Я тут ролик, блин, снимаем тут. Знаете, реклама бесплатная. Впрочем, бесплатная. Так, продолжаем. Так, это можно, в принципе, удалить. Давайте, что, палочкой? Смотрите, мы делаем из моря чай. Диски и чай. Ладно, тогда возьмем деревянную палку, что она не утонет. Дыш. Туда-сюда. Давай, Абубус. Тебе все нормально? Да. Не замерз. Батенца. О, паука. Ну, вот это. Чё ты ели? Я не понял. Паука. Теперь менять паука. Я готов химить линейкой. Это моя линейка по математике. Я не убиваю, а бурбундер-дентр. Иди сюда. Слушай, ты чё, офигел, что ли, на тебе? Ты же запачканный.
Родись хотя бы, а то видишь, как будто что ты погуб. Его перерта побусов. Ладно. Сюда. Получай. Ну то вообще мне насрать на тебя, дурачок, манючий, да сами меня что ли гасить. На. Ай, момент. Короче, смотрите. Ай-яй-яй. Тут это не так пошло. Ой, этим боком, эти приватные находятся в запросах, что вы получаете. Смерть! А текст твою мамочку. Там её скелетную трубу. Пока она не остынет. Это моя рука. Куда? Ой. Чего-то я наехнулся с пятого этажа. Хочешь, я высорвю руку? Давай. Тяжело сочу ее вытянуть. О, так. Отлично. Сейчас тебе руку восстановим. Вышка шелковый. Тут, кажется, она будет почти не двигаться. Вот она тебе будет функционировать, как обычная рука, только она тебе будет особенная. Теперь что надо сделать это? Соединить вашу руку стандартной. Еще мы закрепили руку. Где же она хоть держаться будет? Тем приятнее, чтобы она не хрустнулась. И да, рука держится. Вот так как-то странно. Но тут держится. Конечно, надо было по-другому ее закрепить. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо было самого начала ее закрепить. Тогда бы она держалась бы гораздо лучше так. Ну, сейчас мы тогда это и... так и сделаем вот так вот. Все, думаю, этого достаточно. А вот теперь она держится, только слабо. Значит, надо еще закрепить. Давай закрепим всеми. Из-за меня эта штуковина. Даже не видно где-то. Ёть. О, теперь на них функция, как обычная рука. Нью. О, май гад. О, май гад. Ой. Так, ладно, продолжаем жарить свечку на кусочки. Что-что? Короче, нахуй я сюда дровишка. Ай, опять реклама. Давай дровишку сюда кидай. Спризывай, кидывай. Ну, шуту удали. Так, нам... Ну, что нам нужно? Нам нужно молотовый.
Нет. Так, теперь что? Тебе чайный пакетик. Подпиши, сука, блядь, на мой канал. И палочку. Так. Сейчас он надо уменьшить. Теперь тут спокойно тебе поменьше. Надо подбросить к нашему костру. Блядь, что-то он не горит. Да нет, железку, ё-моё. Тогда что? Еще один молотовый, а уже туда целого маленького опупуса. Маленького, потому что не поместится на костре. Я вам бросаю своему поменьше. А сколько это возможно? Думаю, уже немного побольше. Теперь берем ресайз. Отфу. Можно голову делать ресайз. Ё-моё. Все. Стоп ресайзинг. Все. Теперь надо ему уронить интернет. Что-что? Короче, прокали ему голову. И... Что ему пофигу? А, вот все. Сколько таких надо? А, того, думаю, достаточно. Так, положим его вот сюда, да? А, тоже можно. Вот так вот. И теперь бери коктейль молотого. И кидай под... На тру. Давай. Опа. О-хо-хо-хо. Так, дальше продолжаем. И со скоростью света. Ох, как горит, зловеще. Только я слишком быстро, а вот тут прям красотища. Надо же мелкого спасателя. И так уже все разгорелось, поэтому можно его в бассейн кинуть. И вообще надо его спасать полностью, а то у него миллиард ожогов уже. Эх, вот это ты его вытаскиваешь. Я его спасаю, блин. А вы мучаете. Хотя я не хотела даже мучить. Я возьму руку, вот цепил. Куда? Ой, кажется, я даже хуже ему сделал. Ага, понятно, у меня кое ничего не горит, да? Естественно, ты же ну врачок в жизни.
Эй, ладно, можно и без него обойтись. Ой, я не понял, куда у него за... Она такая серия. Не-не-не. Он почему-то на себя попадет. Чуть не гляди, кстати. Берите заново. Тьфу, надо заново же вспомнить. Ай, опять реклама. Хочу делать видео, а тут реклама. Уже 550. Башка, не валяшка, короче говоря, картошка 10 минут, блядь. Это последний долбоёб уже полчаса, блядь, надо принорваться ей, там, и забыть. Не, ну 10 минут, может, она будет готовиться. А при бомбасе часа 2, пока ты её обслужишь. 10 минут! Готовится, да? В духовке при температуре, блядь, 270 градусов, блядь, 10 минут. Ну, наверное. Чтобы припеклась, а потом ещё, блядь, 40 минут. При температуре, блядь. Да. Ну, это особая картошка. Блядь, я не знаю, блядь, где ты... Так что мы разделили нашего МИО на части, и теперь мы будем его так, винтовать. Вот. Все требуют подписаться. Как ты, блядь, жрать захочешь, блядь, сука, сунь, облебешься, нахуй, въебал там где-то в духовку, блядь, её, сука, круто, блядь. Это как-то мне уже лежать, уже, блядь, это не думаю. Как ты, блядь? Что ты, мать, переходи. Она же духовка нагрелась, да и что-то. Блядь, просто взял вот так вот, сука, сикать, нахуй, порубал, блядь, покидал нахуй, сучком, блядь, сучком, блядь. Прижарил пару их, блядь. Нажрался, вот это. Ну ты что-то ж хочешь особо выкупиться? Да и не особо, я хочу повторить вот это. Ну хочешь повторить, повторяй, раз ты хочешь. Ты знаешь что? Это ж надо заходить. Я вот тоже, знаешь... Я тебе говорю, доктор Дью, блядь. Неужели это, блядь, вот ты... Смотри же, блядь, ебать, двое суток что-то, блядь, долбётся, что-то, блядь, режет, тварит, пилит, блядь. Ну и чё, блядь. Посмотри на дружинку, блядь. Блядь, до 40, блядь. Вот такой вот, блядь. Как? Только не кричи, дай мне. Я вот думаю, как вот это, блядь? Ебать, еще, блядь, 10 минут, блядь, ебать, полчаса должно вот это вот. Постоять, блядь. Я с этим, бомжурным, блядь, продуктом уже продострашил час. И там еще, блядь, 10 минут на такой температуре, на вот это, чтобы корки пригорело, чтобы мы там. Ай. Да попробуем. Пипец какой-то, блядь. Я хочу поиграть, им оказывается, блядь, вот эта картошка, блядь, политая, блядь, маслом. Оливковым, кинжутным, еще каким-то, да, блядь. Так, где еще кусочек найди? А вот нашел. Пропорция один крем и к одному, блядь. Ну, не эту ногу, в принципе, надо. Вот здесь кинжутным маслом. Если тут уже начал, значит, мы поехали дальше. Ну, типа нет. А льняного есть? Это а, не подальше? Нет, не добавила.
А что за хрень? Что это, бонус? Надо, блядь, долбить орехи, мог раньше сказать. Масло вылить. Я дурак, я, блядь. Дурак, что под эту. Нет, я не подписался. Посмотрите, вот это. Такая дырка мухи такая. Папа, ну иди, что у тебя нет смеси этих масел. У тебя не получится. Ты кто? Ты кто? Не получится, как оно. Ты же клюв, блядь. Этот умный взгляд. А я кто? Пупырчатый грязь, блядь. Прогрессивный, что пупырчатый, блядь. Да именно пупырчатый, ты никто другой. Думаю, блядь, мозгов, блядь, пупырчатый лезу, вроде как-то не лезу, я там вроде пупырчатый давно уже там. Отпупырились, да? Нет, пообсыхали чуть-чуть там, блядь. Мне, кстати, грязь пичка, блядь, не дай бог, уже тронет, блядь, такая. Ловили, да. Серьезная пичка. Ну, если вы говорите, я умный заяц. Пупырчатый. Я вот думаю, блядь. Где же эти пупырчики, блядь, разговаривают, блядь. Ну, вроде и не дети, блядь. Что у нас весь месяц май пупырчатый, да? Да, пупырчатый, блядь. Так бабушка у нас тоже пупырчатая. Пупырчатая заяц. Ну да, пупырчики, блядь, торчат, блядь, за кстовом, блядь. Ну, только не пупырчики, а морщины. Так, короче, без этих, без флавовоидов. Мать, что такое там? У меня придумал, а? Флавовоиды, блядь. А ну, крутик, на экране, там, блядь. И это, как я скажу, блядь. Сильно аромичный запах, блядь. Аромат, да, там запах, а вот, да. Лук, чеснок, редька, хрен, репа. Черная редька. Редиска. А дальше я вот эту тематику не влазил. И... Господи, что это? Тихо, папа. Мать давление не будет. Опять реклама. Мне сейчас будет на хуй давление пометь. Я что не могу? Ага. За 300 гривен, как девать? Пипец, блядь. 600 рублей. Блять, 5 минут! Я тут последний добродетель, торчу, как это, пиксель, непонятно, еще, блядь, 40 минут еще, блядь, в духовке, блядь. Да ё-моё. Ёптаный, блядь. Вот я, дети, блядь. Пипец. И вы вот этим. Блядь, давно уже... О, наконец-то. Наверное, это тоже очень долго идет. Ты что, пожарил? Но снимал тут, да, в принципе, неплохо. Недолгое видео. Тут как? Рыбок с фанфубой, ГБТ. Что там еще осталось? А, только голова осталась, понятно. Сейчас соберем голову, сейчас соберем воедино. Какие же у сука, долбодятого, блядь. Так. Это значит, вот эта хрень должна торчать в духовке, блядь, 40 минут. Еще, блядь, полтора часа, блядь. Вот в духовке вон там, блядь. Я не понял, нахуй ты вот это суши, блядь, ничего. Вот это, блядь. Потому что в духовку, блядь, опять не попал. Чё там, блядь, не знаю, блядь. Не знаю, ну, мне в голове не упало. Картошка 5 минут, блядь. Хуй ты 5 минут, чёрт, не бешено, блядь, 5 минут. Ну вот это честно, блядь, ну нихуя видно, как вообще тебя. Честно, как у меня жёстко. Мозг есть, блядь. Наш школу, наш школу.
Что же он подрывал? Бимба. Так, у него тут отпала рука и нога. Ой, ладно. Наверное, зря ты все это делаешь. Почему ты не нашел? Тем более, что и грохнул, уже то, что хрусткнуть. Балтик, вот такое лезвие сделал. Ай, зря я старался, походу.